что ж, автор победного гола в ворота Саратовской Дельты Владислав Жариков в нашем эфире сразу после игры. Влад, какие впечатления сейчас? В овертайме только сумели победить. Пока самый сложный матч для вашей команды. Вы автор победного гола. Что чувствуете в этом матче? Ну, только позитив, потому что взяли очки. Вот. Ну и победный гол еще Шишин забивал. Ну, оба. Для вся команда молодцы, то, что добились, ну, добились успеха. Вот. Ваня вышел тоже. Макс там травму какую-то получил, хорошо сыграл. Пару моментов было. Ну, нормально. Хороший результат. С самого начала казалось, что вы с таким серьезным настроем вышли на игру. Несколько стычек в начале эмоциональных. Что там происходило? Откуда такой накал страстей сразу возник? Дельта хорошая команда, тоже боевая. Вот. И в какой-то момент мы начали играть в их игру боевую. Где-то уступали, упустили свою тактическую игру, кураж вот этот не сразу поймали. Возможно, из-за этого получились трудности для овертайма. Но вот под конец третьего тайма почувствовалось то, что мы, ну, как бы начали больше бить воротам. Могли дожать и в основное время, но Дельта хорошо отыграла последние минуты третьего тайма. Показалось, что вы очень хладнокровно распорядились мячом в моменте с голом. О чем вот тогда думали? Потому что так вроде бы не сильно, но пробили наверняка. Что действительно в этот момент в мозгу было? На самом деле просто хотелось садить его туда. А получилось, в угол как-то попал. Забил. Результат есть. Спасибо большое, с победой и удачи в дальнейшем.